Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас уже 28 декабря 2021 года. Нахожусь я на южной окраине города Красноперекопска. Это коттеджный поселок. Вот это центральная городская больница. Приехали дочку передачку передать. Ну, там кормят, но все равно надо же там передать какие-нибудь там соки, йогурты, еще что-нибудь такое. Там рацион питания обычный. Хочется что-нибудь вкусненького передать. Вот. Хочу показать. Ну, короче, вот все. Зима закончилась, плюс 10. С дома я выезжал, было плюс 10, дождь. Снег местами только остался лежать, тает. На Новый год обещают дожди. Вот. Хочу показать объемы. Сколько поменяли окон. Вот это вот столько окон было деревянных в больнице. О, полностью масштабы, смотрите, какие. О, смотрите, сколько. Всякий этот хлам. Еще с советских времен. Вот это все окна было, все вот это. Заменено в больнице. Он жена идет уже. Там в больнице, видите. Все окна новые. Стоят полностью заменены в больнице окна. Ну, дочка лежит в хирургическом отделении. Разговариваем с ней по WhatsApp. Там... Нормально у нее ремонтик, все. В общем, неплохо сделано. Жена лежала вот там. В травме там, конечно, все гораздо печальнее. Стены обшарпанные, такое еще. Делайте, делайте. Вот смотрите, какой объем, сколько окон было заменено. Так, вот здесь вот морг там идет, реконструкция. Громят там, полностью сдирают все. А здесь вот, типа, парк находится машин. Ёлочки. Грязь, короче, снег тает. Все, зима закончилась. Шишки на елках. Что на... На кедр какой-то похож, или фиг. В общем, вон шишки на ней висят. Такие интересные. Такой вот тут парковая зона, как бы, где больница. Ну, это задняя, там вход с той стороны центральный. Это задняя часть больницы, там скорая помощь оттуда, с той стороны, поликлиника там правее. А это центральная городская больница, где именно уже лежат больные, операции проводятся и так далее. Ну, вот там ритуальные услуги. Можно видеть, ну, там морг полностью идет это. Ломают там все, меняют реконструкцию. Но там есть ритуальные услуги. Платные, вот тут вот левее. Сделаны. Ну, вот этот центральный городской морг, там идет полностью реконструкция. Все делать, потому что он там был в ужаснейшем состоянии. Ну, все, представьте, со времен Советского Союза, вот эти вот окна, вот это все стояло в больнице. Вот. Это по поводу того, кто там говорит, как нам тут классно жилось при Украине. Ну, шикарно жилось. Как в Советском Союзе. Только ничего не менялось годами. И так, в принципе, нормально было. Такие вот окна были, сифонили, их клеили, заклеивали каждый год. Тут видно, на них куча вот краски, там столетние слои. Вот сейчас вот полностью все поменяли. Металлопластик. Передала передачку? Да? А забрала обратно, да? Передала посуду обратно. Короче, все, зима закончилась, жена уже вон, привет, помаши всем. Привет, жена уже вон бегает, почти, можно сказать, с железяками ноги, ну, насколько возможно, это бегает. Ну, все, потихоньку восстанавливается, после перелома расхаживается. Короче, зимуем. Опять началась наша стандартная крымская зима, вот такой вот. Весна, короче, плюс 10, это весна. Всем пока.